Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Kingdom Rush. Поехали! Да, конечно же, начнем с нашего сохранения. И остановились мы с вами вот здесь. 250 алмазиков у меня. Что я могу за них купить? Я могу набрать динамита. Давайте возьмем. Вот так вот. Конечно, можно было бы взять посох, ну ладно. Так, читаем. Долина проклятых. Заброшенная долина стала серьезным испытанием. Теперь мы уже близки к цели, и наши воины полны решимости. Но осторожнее, эти земли населяют каменные и огненные титаны. Не стоит их тревожить. А вот уж дудки. Мы будем их тревожить, еще как. Ну что, давайте посмотрим карту. Ага, вот у нас две точки, откуда будут идти враги. И я так понимаю, вот этот вот кратер неспроста здесь. Скорее всего, отсюда будут идти големы, как говорили, огненные и каменные. Так, наш персонаж идет сюда. Надо теперь подумать, что нам поставить и куда. Ну, давай, предположим, мы вот сюда поставим по лукарю. Отлично. У них довольно неплохой радиус обзора. Так, улучшим. Также мне нужно, ребят, я не знаю, вот ополчить. Да, по идее, надо бы сделать. И это будет у нас вот здесь, вот, скорее всего. Поставим это дело. Тоже их улучшим. Так, лучники есть. Сюда, значит, мы влепим, скорее всего, магов. И сюда, естественно, будем тоже магов ставить. Так, бомбарда мне нужна еще, да. Не стоит об этом забывать. Вот сюда мы ее поставим. Одну. И вторую вот сюда. Так, ну вроде бы как неплохо. Вот так мы их выставим. Так, лучники, маги. Что нам еще нужно? Кстати, кто у нас тут будет идти? Налетчики, а здесь? Демоническое отродье, 4 штуки. Так. Налетчики и демоническое отродье. Я даже не знаю. Ну, давайте, наверное, вот сюда поставим. Давайте еще лучников влепим. Или лучше мы с вами можем... Давайте-ка, наверное, бомбарду укрепим одну. Вот только где ее лучше? Давайте здесь. Ну что же, давайте приступать, посмотрим, как у нас это дело пойдет. Хотя вот здесь, кстати, вот эти две точки тоже очень хороши. Вы посмотрите, если здесь поставить бомбарду, она будет бомбить их на самом начале. Хм, надо бы об этом призадуматься. Ну, а пока у нас идут налетчики, также у нас тут демоническое отродье. Фух, ждем результатов, будем смотреть. Так. Ну, давайте, ребята, колбасьте. Не пропускаем никого. Справились. Молодцы, умницы просто-напросто. Так, улучшаем, наверное, свое ополчение. Эй-эй-эй-эй-эй, ты далеко собрался-то, парнишка? Смотри, какой наглый, а. Фух, повезло. Ну что, кто у нас тут следующий? Блин, хотел прочитать же. Опять отродье и опять налетчики. Ладно. Вроде бы с первой волной неплохо справились. Посмотрим, как у нас... Оу, тут еще, смотрите. Тут несколько уже отрядов. И готовится следующий, а тут у нас бесенок Гаргулья. И тут то же самое. Гаргулья, я знаю точно, это летающие твари. А у меня как насчет летунов? Кисло, если честно, ребят. Надо улучшать лучников обязательно. Потому что гаргульи полетят. А у меня, как видите, очень мало башен, которые по воздушным целям бомбят. Эй, куда собрались-то? Эй-эй-эй. Стоять на месте? Хватит мне? Нет, не хватает. Ёлки-палки, я хотел еще. Блин, буквально одну единицу. А может быть мы так вот сделаем? Ах ты, хотел заранее, чтобы мне одну монетку дали. Но не вышло ни шиша. Так, у меня 5 динамита. Это хорошо. 5 динамита. А они, кстати, динамит-то распространяется на летунов или нет? Ха-ха. А то сейчас будет нехорошо. Ну, давай, давай, давай вот эту вот
Кто это вообще у нас такой, а? Бесенок, ага, понятно. Ладно, вроде бы тут справились. Фух. Так, если что, я, ребят, применю дождь. Ну-ну-ну-ну-ну, давай-давай-давай, не раскисаем. Есть, справились, отлично. Так, убираем дождь. И улучшаем. А кого улучшать-то мне? Я даже не знаю, наверное, я... Нет, скорее всего, вот здесь мы с вами сделаем. Так. Ё-моё, надо было там, блин, я здесь... Ой, сглупил. Ну, сглупил, ёлки-палки. Там бы уже мушкетёры у нас стояли бы. А так, нифигашечки. Ладно, хорошо. Здесь у нас нападают варги. Варги очень быстрые, шустрые. Я надеюсь, да, мы их не пропускаем. Пока сдерживаем. Сколько тут их волн-то будет. Так, улучшаем, наверное, вот этих ребят. Ага, пока хорошо. И хотелось бы выучить им метательные топоры. О, вот они, варги. Точнее, это не варги, я уже забыл. А, нет, варги, а то были вульфы. По-моему, так. 144, опять не хватает буквально одной единички. Так, демонические какие-то отродья, да, здесь? А это у нас, темные рыцари. Ухухушечки, хуху. Ладно, будем ждать, мы готовы, в принципе. Надо мне... Во! Магов. Так, а вот эти вот у нас темные лучники. Тоже не есть хорошо, потому что они сейчас будут стрелять. Ну, если, конечно, добегут. Ха-ха-ха. Давай, 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 вот этого вот. Сдерживаем, сдерживаем, потому что они расстреливают наших солдат издалека. Так, подожди, подожди, подожди. Вот эти вот ребята мне не нравятся, они что-то тут прорываются как-то. Надо их немножко подзадержать. Малик, давай разберись. Ну, уже не можешь разобраться, что ли? Нет, все хорошо у него получилось. Так, денежка идет, и нам нужно с вами... Я вот не знаю, что лучше улучшить. Бомбарду, конечно, хотелось бы обязательно, но я думаю, что мы сделаем... Сделаем вот так вот. Мушкетеров. Кто там у нас идет? Так, опять у нас темные рыцари и бесю... А, нет, демоническое отродье. Какие бесята. Так, мы что-нибудь можем с вами еще улучшить? Интересно мне знать. Так, это что? Оу! А вот, ребята, и големчик пожаловал. Ладно, хорошо. Черт, он мне не нравится, если честно. Бесявая тварь. Да как же вас тут много. Эй, варвары, давайте, не спите. Черт, пробивается, по-моему, да? Так, 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 Малик, держись, родной, держись. Эй, куда побежал опять? Да что ж ты будешь делать-то? Довольно крепкие, а, гады. Ну, сможем с ними справиться. Блин, голем тут еще идет. Довольно близко, очень близко он подошел. Придется, ребята, вот так вот использовать это дело. Потому что я хочу, чтобы он прошел. Будет минус 5 к здоровью у нас. А зачем нам это нужно? Незачем. Кстати, смотрите-ка, мы можем даже немножко улучшиться с вами. Так, вот так мы сделаем лесных братьев. И вот так выучим. Ой-ой-ой, не знаю. Может быть, все это, конечно, и зря сделано было. И вот так вот. Ух ты, это у нас предводитель, да? Темный истребитель идет. А тут у нас идет вот этот вот главный, владыка демонов. Так, Малик, давай-ка иди сюда, на передовую. Сейчас будем... Блин, надо было, наверное, мага все-таки улучшать. Потому что маги снижают магическую защиту. Нет, куда вы побежали, эй? Где мой динамит? Еще один, быстрее! Успеем? Нет. Все-таки один проскочил. Да потому что этот Малик меня подвел. Ай, Малик, Малик. Как же ты не вовремя отдуплился. Ну, здравствуйте, пришли. Пожаловали. Голем опять у нас пошел. Лесные братья. Хоть бы помогали бы, что ли, я не знаю. Что можно здесь... Так, мушкетеры. Слишком... В яблочко слишком много ждать. Нам
Так, а это что еще? Так, ребята, это у нас пошли некроманты. И знаете, в чем суть этих некромантов? В том, что они вызывают вот эти вот орды скелетиков. Это очень плохо. Их желательно уничтожать сразу же. Ну-ну-ну-ну, фу. Одного подбили, отлично. Но их, как видите, здесь еще целая куча. Бомбарды, давай, калашмать по ним. Со всей дури, что у тебя есть. Потому что эти такие вот хитрозадые, они будут прорываться. Так, лучники, не могу пока улучшить никого. Малик, давай, лови. А, нет, в принципе, все хорошо. Он справляется. Некромантов нужно убивать. Есть. Улучшаем с вами лучников наших. Ага. Владыка демонов идет. Ладно. Тут, конечно, желательно бы все прокачать, но очень много нужно монет нам золотых. Да, и, конечно, нужно метательное изучить моим варварам, чтобы они могли воздушные цели поражать. Да что такое? Волна за волной. Кто тут опять? Темный истребитель, лучник и тени. Опять эти лучники теней. Будь они неладны. Так, хватит тут уже выделываться. Можем? Нет, не хватает буквально немножко. Ну давай, 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 ну не пропускаем их, ё-моё, не пропускаем, ни в коем случае. Ну, подобьёшь, нет? Чёрт, нас два, они там подобьют его. Ребята, у меня последний динамит. Всё, больше нету, к сожалению. Ополченцы, на перехват, отлично. Ух-ух-ух. Ах, тут у нас голем идёт. Так, волшебники умеют перекраивать реальность и разить врага смертоносными лучами. Это хорошо. А здесь у нас колдуны плетут заклинания, наносящие урон и временно снижать защиту врагов. Вот в данный момент это нам нужно. Надо снижать ему защиту, этому голему. Ё-моё, ребята, сейчас будет жарко. Ох, как будет жарко. Как мало за него дали, всего 100 монет за этого голема. Ну, мы так не договаривались, если честно. Ну, давайте, давайте. Маги, бомбите, пожалуйста, мне вот это вот. Тут темные лучники идут. Ай-яй-яй. Применять придется. Вот так вот. Фух, и деньжат немножко заработали с вами, отлично. Так, это что у нас такое? Призывает каменного элементаля. Он блокирует и атакует врагов. Ёлки-палки, вот это хорошо. Вот это вот замечательно. У нас, по крайней мере, уже будут... И здесь защита, и здесь защита. Здесь от варваров, ну, варвар защищает. А здесь будет вот этот вот голем. Голем, ты хоть будешь драться-то или что? Надеюсь, он хорош в бою. Его, наверное, можно, да, его можно развить дальше. Но, честно говоря, мне нужна бомбарда. Что бы вы ни говорили, что бы вы ни делали, нужна. Так, тут у нас горгульи и бесята. И здесь то же самое. О-оу. Сейчас будет еще, наверное, жарче, потому что здесь уже, да, здесь уже больше отряд летит. У-тю-тю-тю-тю. Ладно, не будем раскисать. Так, что? Ах, не хватает, не хватает. Немножко развить. О, сколько их здесь? Так, маг, давай мы тебя улучшим. Ох ты, здесь мы, по-моему, сдаем позиции. Хотя, нет, тяжело все идет. Голем здесь вообще бесполезен, честно говоря. Никакого абсолютно... Ага, вот так вот сделаем. Ух! Возможно, мы здесь еще простоим маленько. Хотелось бы вообще полностью простоять. Так, елки-палки, голем. Я его даже не увидел, если честно. Ну, тут сдерживаем пока. Ай-яй-яй, не пропускаем, не пропускаем. Ну, есть, справились. Отлично, молодцы, ребята. Умницы. Красиво сработало все. Смотрите, голем против голема. Но мой победил. Так, что мне еще нужно сделать? Здесь, может быть, улучшить. Что оно будет давать нам? На 2 секунды, да? Увеличивает время действия. И шипы наносят больше урона. Воу! Отлично. Так, пока хорошо все идет. Мне нужны деньги, ребята. Обязательно надо денег побольше. Тут-то кто еще, а? Мародеры идут. Так, варгов сносим. Вот с мародерами немножко будет посложнее. Так, это кто? Опять?
Опять у нас здесь некроманты. Никак нельзя им позволять, ребята, пройти. Иначе будет все очень плохо. Давайте, лучники, бомбите по ним там, что есть мочи. Черт подери, как же так, а? Ёпарасоте! Давай, справляемся. Голем, я не понимаю, почему ты... Фу, вроде бы как все хорошо, и в то же время все очень плохо. Справимся, нет? Ай-яй-яй-яй-яй, как тут все мощно. Есть! Фу. Оу, передышка бы не помешала. Я бы сейчас, честно говоря, горячего бы кофейку дряпнул, но не могу отрываться, к сожалению. Потому что у нас тут идет опять голем. И опять волна, следующая причем. Ну что ты будешь делать, а? Некроманты прут. Как же их терпеть не могу, а? За счет того, что они вот вызывают очень большие армии скелетов. Блин, давай быстрее, метеорит, ты мне... А это еще что такое? Что это за... Адские гончие какие-то? Ё-моё! Так, я надеюсь, голем здесь хоть немножко-то... Хотя мы сейчас, знаете, что сделаем? Вот так вот. Подожди, почему метеорит-то мой... Не срабатывает. Есть. Так, голем, давай, помогай. Смерть с небес. Плюс 2000 экспы мы получили. Ну-ка, не пройдете. Вау, я же могу. Так, что это у нас? Большая Берта. Огромная пушка с невероятной разрушительной силой. 55-110, очень медленная. Очень медленная. Вот это вот будет посолиднее, по-моему. Эй, я как-то не увидел это дело, что... Давай топоры метательные, быстрее. Метаем. Ух, отлично. Есть шанс. Так, мне нужно раскаленный заряд, да? До 4 целей, чтобы мы поражали. Хотя мы можем 5-15 очков урона. Нет, лучше вот это сделаем. Так, что-то моих варварят быстро очень довольно разбирают. Что там у нас дальше? Демоническое отродье. 25! Темный рыцарь. Да это издевательство, по-моему. Я сейчас представляю, какая здесь будет... Здоровье повышается, да? А вот это-то что такое? Превращает врагов в безобидных овец. Они слабы, но не могут быть заблокированы. Черт, подери. Они слабы. Ну-ка, сейчас посмотрим, как тут у нас 25 вот этих вот отродьев будет идти. И также с этой стороны 25 темных рыцарей. Это уже далеко не шуточки, ребята, вам. Вот. Полностью изучили, и вот это сделаем. Ух. Так, срочно ополчение вызываем сюда. Надо, наверное, было голема, блин, укреплять. Нет, вот что надо было улучшать. Так, улучшаем мою бомбарду. Есть, есть. Опачки. Голем-то у меня сейчас упадет. Уже упал. Так, срочно подкреп, да? Я, конечно, не спорю, что от него толку никакого нету, но все. Во! Ха-ха! Пошло дело, ребят, пошло. Так, здесь мы, наверное, сделаем с вами ядовитые стрелы. Они нам пригодятся, наверное, в будущем. Как-никак, отравленный враг уже наполовину мертвый, как говорится. Так, а вот здесь, конечно, выстрел, наносящий от 50 до 200 очков урона на небольшой дистанции. Будет больно, но недолго. Но зато врагам будет очень приятно ощутить. Адская гончая 12 штук. И опять лучники теней. И темный истребитель 3 штуки. Довольно такая сильная связочка сейчас на нас попрет. Что-нибудь можем улучшить? Пока не хватает маленько. Ждем, как говорится, терпим до последнего. Так, они уже отравлены, это хорошо. Давай, варварята, бомбите. Кстати, вас немножко бы укрепить можно было бы. Это было бы довольно неплохо, я считаю. Так, давай, лучники. Сносите этих темных стрелков. Отлично. Что мне нравится в мушкетерах, что у них очень большая дистанция поражения.
Это очень хорошо. Варварята опять уже лежат. Ну что ты будешь делать, а с ними? Непослушные какие-то. Так, что же сделать? Давай, наверное, мы вот так вот сделаем. И вот так. Фух. Ё-моё. Надо было, наверное... Да, я все забываю укрепить голема нашего. Хе-хе-хе, ну что ты? Ну вот куда ты идешь? Оно вот не пройдет ведь, не должен пройти, да? Да, мы его здесь и похороним. Разбомбим. А вот темные лучники, как смотрите, быстро разбирают у меня голема. Да, только за счет того, что они очень далеко стоят. Но, как видите, моя Тесла сработала и очень даже неплохо. Ух, замечательно. Давайте еще укрепим нашего големчика. Так, мне вроде бы по наземке все ясно. Но вот насчет летающих... Вот, смотрите, бесенки и бесенки. Полетят сейчас эти бесята летающие. Ну-ка, не хватает чуть-чуть. Путы здесь бесполезно. Вот отравление было бы неплохо, но мне нужно... Вот так мы сделаем с вами. Да, это довольно сильные летуны. Мушкетчики, почему вы так стреляете слабо и долго? Вы посмотрите, как лучники у меня орудуют. Хоп-хоп-хоп-хоп. Просто одного за другим. Ладно, здесь у нас тоже есть мушкетеры. Я думаю, что они не пролетят далеко. И мы все-таки отразим с вами эти волны. Кстати, у нас 16-я волна. Из 19 останется еще 3. Надеюсь, все-таки мы здесь с вами продержимся. Смотрите, он все-таки выпускает свою волну. Значит, она поражает их. Ну что же, это большой плюс для нас. Так, 290. Давайте, наверное, мы с вами улучшим вот этих вот ребят. Мушкетеры. Пускай наносят урон. А, у них даже шанс моментально убить врага увеличивается на 40%. Моментально убить. Но почему-то они не убивают его. Видно, 40% здесь срабатывают очень-очень медленно. А вы посмотрите, как маг жарит. Молодец, маг. Ты меня радуешь. Надо тебе изучить вот еще вот эту вот овцу. Хотя у меня... Ёлки-палки, я же здесь могу тоже голема изучить. Так, мы, наверное, пожалуй, с вами этим и займемся. Так, давай-давай-давай, разбираем. Разбираем вот эту всю шалупень. Так, тихо-тихо, куда это собрались гончие-то? Причем так прытко. Эй, не пойдет так дело. Варварята, по-моему, вас пора немножко усилить. Чего вы задергались-то там, я не пойму, эй. Варвары. Что такое было, я не понял, если честно, ребят. Но мне это очень не понравилось, что они там как-то зависли. Ай-яй-яй, ты посмотри, что тут происходит, ребята. Вы только посмотрите, сколько тут врагов бежит сразу же. Так, Малик у меня упал, как не вовремя. Ух, ё-моё, я еле отразил. Давайте вот сюда вызовем с вами голема. И усилим его маленько. Так, кто еще тут на нас пойдет? Предпоследняя волна на нас катит. Это что еще такое? Матриархи. Ё-моё, вспомнил я этих матриархов, которые будут свои яйца оставлять. И здесь, естественно, будут маленькие вот эти вот паучки вырождаться. Что же, в принципе, это неплохой заработок на монеты. Если мы, конечно, никого не пропустим. А мы не должны здесь никого пропустить. Так. Радоваться пока еще, ребята, очень рано. Надо вот эту штуку улучшить. Во! Отлично. Теперь мне немножечко... Оу, некромантов, как же я их проглядел. Кого лучше-то где? Вот этого, наверное, придется вот здесь бомбануть. Фух. Как... Да ё... А тут их вообще два. Черт, два некроманта, это уже плохо. Давай вот эту вот овцу. Что там у нас за достижение? Крепкие орешки какие-то. Какие уж тут нафиг крепкие орешки, когда тут некроманты. Три штуки. Вы посмотрите, они сейчас будут нас давить массой, ребята, массой просто-напросто. Черт подери. Фух, справились. Здесь мы справились. Кого-то там в овцу превратили, я слышал. Блинье. Ух, неужели, ребят, неужели у нас получилось?
Ладно, и ждем последнюю волну. Кто здесь? Отродье, 24 штуки. Лавовый элементаль и некромант. И с этой стороны то же самое. Это, по-моему, будет сейчас самая грандиозная битва. И нам нужно в ней как-то устоять. Фух. Была не была. Дождь приберегем уже, как говорится, на самый-самый крайний случай. Потому что три элементаля, то есть здесь три и здесь три. Это уже не смешно. Так, корни сработали, плюс отравление. В общем, этих ребят мы бесят. Или как их там, отродье, да? Да, отродье мы с вами победим. Успеть должны. Ё-моё, тут еще и этот голем вылез. Ну как вовремя, а? Ничего, конечно, сказать не могу. Так, овцы. Овцы это хорошо, но мне, наверное... Тут у меня все изучено. Ха-ха, давай тогда вот так вот сделаем. Черт подери, вот эти големы, их очень много. Кстати, вы увидели, да, в овцу превращает. И причем с удара мы эту овцу убиваем. Так, варварят-то у меня... Вот так вот сделаем. Ха-ха-ха. Чё-то я смеюсь, к ним к добру, ребят. Ранний смех это ничего хорошего не сулит, потому что вот тут уже прет некромант. Надо бомбить. Ох-хо-хошечки, плохо все, плохо очень было сделано. Улучшаем своих ребят. Черт подери! Неужели пробьются, а? Голема валим, голема, голема. Упал. Фух. Ядрёна ваш. Так, у нас вторая партия големов идет. Но я вам скажу, ребят, одно. Смотрите, в овцу. Оп-оп-оп. И намного быстрее разбирается, чем он в форме голема. Отлично. Неужели победа? Да. Да, ребята. Я нас и с этим поздравляю. Плюс 240 кристалликов мы получили. Супер Марио. А при чем здесь Супер Марио? Как-то вот так вот, ребята. И мы, естественно, с вами открываем новую какую-то территорию. Ага. Ну, и ее мы уже будем с вами проходить в следующей серии. Ну, а на этом, ребята, всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся, как говорится, в следующих сериях. Так что, всем пока, всем удачи. До новых встреч!